Сбил ребенка и скрылся. На Рогане водитель грузовика переехал 9-летнего мальчика и сбежал с места аварии. ДТП произошло накануне вечером на перекрестке окружной дороги и улицы Луи Пастера. Ребенок попал под колеса поочередно трех транспортных средств. Сначала малолетнего пешехода сбил мотоцикл Кавасаки, после этого на пострадавшего наехал грузовик, а следом Део Ланос. Слід зазначити, що хлопчик переходив проїжджу частину в невстановленому місці, близько 200 метрів від пішохідного переходу. Темна пора доби і в темному одязі, скоріш всього, водій мотоцикла його не помітив на проїжджій частині. Хлопчик знаходився один без батьків. Водитель грузовика покинул место аварии. Очевидцы сообщили некоторые подробности происшествия, а именно, как после наезда на ребенка повел себя водитель грузового автомобиля. После пригоди зупинився, вийшов з автомобіля, побачивши ситуацію, сів за кермо та залишив місце пригоди. Свидетели дали описание грузовика и человека, который был за рулем. Сейчас его разыскивают. Одному из участников аварии, мотоциклисту, понадобилась помощь медиков. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами грудной клетки и ноги. В ДТП, которое произошло часом позже в Чугуевском районе, пострадали 4 человека. Неподалеку от села Каменная Яруга столкнулись 3 автомобиля – КАМАЗ с прицепом, Volkswagen и Hyundai. Вантажный автомобиль переезжал проезжую частину с односторонним рухом в напрямок від міста Харкова в напрямок міста Чугуєва. Переезжающий через цю проезжую частину, саме сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався також з боку міста Харкова в напрямок Чугуєва. Volkswagen застрял между КАМАЗом и его прицепом, а Hyundai врезался в уже неподвижный грузовик. В результате женщина, водитель Volkswagen, а также мужчина, который был за рулем Hyundai, и два его пассажира очутились в больнице. Состояние женщины из Volkswagen средней тяжести. Галина Шподарева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».